Агентство РИА Рейтинг ежегодно публикует список регионов с объемом долговой нагрузки их жителей. Оренбургская область стала более закредитованной, чем в прошлом году. В среднем на кредитные выплаты у жителей региона уходит 73% годовой зарплаты. На декабрь 2019 года этот показатель составляет 69,5%. Я ипотеку взяла, и что? Почти, можно сказать, всю. 20 я получаю, а 15 плачу, 15 500. Третью часть, да, трудно. Не знаю, процентов 20-30, может. Ну, кредит, конечно, берешь, чтобы не напрягаться. У меня большую. Трудно. Сказать, вот кредит – это хорошее дело. Когда надо тебе, на тебе, держи. Ну, я справлялся, я не знаю, как остальные. Как вам сказать, ну, четверть? Наименьшую точно. Ну, процентов 10, наверное. Глава регионального отделения Центробанка Александр Стахнюк отметил, что рост закредитованности не всегда означает негативную тенденцию, а наоборот, может повышать экономическую активность. Объем выданных кредитов также показал свой рост, но уже не такой. Немножко здесь около 6%. И за 8 месяцев этого года кредитов было выдано порядка, ну, более 110 миллиардов рублей. И опять хочу подчеркнуть, что в этом объеме выданных кредитов, ну, четверть кредитов, более 25 миллиардов рублей, это кредиты, выданные под обеспечение ипотекой. Несмотря на тенденцию роста закредитованности в регионе, по данным Финансового университета при правительстве РФ, в Оренбурге ожидается прирост реальной заработной платы на 4,5%. Однако пока многие отмечают падение своих доходов и снижение покупательской способности. Даниил Комаровский, городской телеканал ЮТВ.